для того, чтобы вы могли выразить свое мнение, так это или нет. Первый пункт. Заявление о неподчинении и независимости Луганской области от киевских властей. То есть, власть, которая не является легитимной и законной, не имеет права диктовать нам свои условия. Второе. Признание народного движения, то есть нас, легитимным. Для того, чтобы нас больше не называли террористами, сепаратистами и прочей нечистью. Мы отстаиваем свои права, имеем на это все права отстаивать свое слово, отстаивать свои требования, отстаивать, в конце концов, добротную, благополучную жизнь на нашей земле. На чужие территории мы не претендуем, но и свои не отдадим. Освобождение заключенных по политическим мотивам. Ярчайший пример тети Юли. Да? Кричали, что она по политическим мотивам была заключенная, почему ее выпустили. Яркий пример. Выпустили тетю Юлю, выпускайте остальных. Можно даже в Германию на лечение отправить, мы не против. Имеется в виду наше видео. Да. И четвертый пункт, последний. Официальное заявление на ТВ Украины и России о независимости Луганской области от киевских властей и ограждение граждан от агрессии правых сил должно прозвучать 16.04.14. Если это обращение, если это заявление от губернатора или облсовета не будет озвучено, мы всем будем прекрасно понимать, кто с кем, кого мы выбирали. Если облсовет это не озвучит, значит, они для нас не депутаты. Если губернатор это не озвучит... Если губернатор... Да тихо, что там? Если губернатор не озвучит наши требования и не подтвердит то, что он отказывается подчиняться Киеву, такая же картина. Мы все прекрасно будем понимать. С народом он или без. Все эти переговоры колуарные, собеседования, сессии, пересессии, это все оттягивание времени, и которое ничего не решает. Нас, как обычно, водят за нос, нас, как обычно, заводят в заблуждение красивыми речами, а нужна прямая, конкретная.